Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Барбариан. Ну что ж, поехали. Так, жалко, она не на русском языке, но я думаю, что мы разберемся. Так, максимальная башня улучшается при получении реварда. Короче, некий мужичок у нас в данный момент спит. Аж прям взахлеб, елки-палки. Так, давай дальше. Короче, кому-то нужна наша помощь, судя по всему. Мы встаем неспешно, да, поджимаемся, чистим себе спокойненько зубки, выдавливаем вонючие прыщи. Ну, ходим по нужде. И выбираем, какое бы нам оружие взять. То есть мы к чему-то готовимся. Взяли мы с вами секиру. Ядрить ее на корень. Да, она нам нравится, и мы с вами вступаем в игру. Вот так, это оказывается у нас еще и гитара. Да, по совместительству. Короче, гоблин нам объясняет обучение наше. Я думаю, что мы и так здесь разберемся. Вот так вот мы ходим с вами. Поднимаем золотишко. Я думаю, что золотишко нам для чего-нибудь нужно. Так, давай, хорош мне тут. Я понял, у меня 105 монет. И он меня просит: призови лучника. Вау, вот так вот мы с вами сыграли, и у нас появляется лучник. Опа-на. Ага, вот так вот, значит, мы... А я-то могу сам-то бомбить или нет? Так, ну это понятно, что такое? Так, это у нас атака. Я, ребята, сам ничего не могу сделать, понимаете? То есть я как бы главный персонаж, и от меня здесь ничего не зависит. Энергию мы потратили... Воу-воу-воу, оглушили. Короче, ребята, я Барбариан Барт. То есть я могу играть на своей гитаре. Якобы, на самом деле, это секира. И у меня есть лучник. А могу ли я призвать вот этого вот? А почему бы и нет? Где он? Он идет? Я его призвал, вот он. Так, теперь я лучник. И кто вот это такой, интересно? Какой-то монах, судя по всему. Ладно, пойдемте посмотрим, что у нас делает монах. Ух ты, монах бросается. Так, а в чем суть? У нас есть какая-нибудь цель? Нет, я, конечно, все понимаю, что нам нужно убить гоблинов и так далее и тому подобное. И, кстати, мне, наверное, надо поставить, знаете что, ребята? Крестовинку на клавиатуру. Мне кажется, так будет намного удобнее. По крайней мере, нифига, тут они бомбят, а, эй. Так, мне бы, знаете, кого в команду не помешало бы взять? Лекаря! Слушай, я могу, наверное... О, ребят, смотрите, магия у меня была. Я призвал, судя по всему, маг какой-то должен к нам присоединиться. Сейчас мы посмотрим, прав я или нет. Да, вот он бежит. И теперь нас трое. Так, а мы... Подожди-ка. У нас, короче, вот эта сила. Это, я так понимаю, скорость. Это защита. Слушай, нам что-то здесь показали. Так, это у нас что, судя по всему, мы можем хиляться или что? Что мы тут подобрали с вами? Так, у нас здесь, смотрите, ребята, кузница, да, есть. И, видимо, мы тут будем с вами апгрейдиться. Так, а что нам показывают именно сюда? Типа под... Оу! А, все, я понял. Наша цель защитить вот этот вот кристалл. Вот этот фонтанчик. Что? Следующее утро у нас, типа, наступило, да? Следующая волна. Ясно. А как-то я могу, ребята, апгрейдить своих бойцов или что-нибудь в этом роде? Могу, например, сюда зайти? Нет. Вот эта карта наверху, видите, да? Вот у нас эти гоблины идут. Так, мы монетки собираем, а толк от этих монеток-то я не могу понять. Тихо, 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 тихо. Это куда это вы, родные мои, собрались? Нет, 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 нет. Давай, 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 подыхай, отлично. Так, гоблин, успокойся. Какой-то гоблин-музыкант был, судя по всему. Так, секунду. Это какой-то крупненький, смотри-ка, жирненький гоблин. Подожди, там впереди уже, ребята, еще один какой-то, где-то здесь. Где он? Вот он. Подбили мы его. Этого тоже шваркнули. Никого не подпускаем. Это, получается, ребята, игрушечка из раздела Tower Defense. Судя по стилистике и то, что нам предстоит защищать... Эй! Наш вот этот вот кристалл. Бросаются эти гоблины пока камнями. Вот это типа у нас как босик, что ли, смотрите. Есть, мы его накрыли.
Ага, тут еще, видимо, будет какой-то следующий босс даже, я бы сказал. Так, подожди, это, конечно, все хорошо, но могу ли я, елки-палки, в конце-то концов? Ну что, вот это что такое? Давай сыграем. Реквием, как говорится. Так, это у нас скорость, что ли, больше стала, судя по всему. Ну, давай. Так, погоди-ка. Тут капитальный обстрел, ребята, у меня здоровья мало. Что можем сделать? Давай защиту. Защиту я сделал, но я не вижу, чтобы она как-то, знаете, действовала. А, мы нотки с вами собираем. Ну, нотки я понял для чего. Для призыва. Давай призовем еще, наверное, одного монаха. Будет же у нас, да? Вот, еще один монах, ребят. Я, то есть, могу себе здесь наклепать армию. Да офигение получается, так ведь? Ну и волны здесь бегут. Очумелые просто-напросто. Так, тихо. Слушай, мне надо было, наверное, кого-то другого вызвать. Так, монетки. Все мое, все, хрумкаем, все съедаем. Что показывает? Показывает, что у нас тут атака уже идет. Я убедился в этом лично сам. Мне интересно знать, как я могу, ребят, зайти в магазин, а? Я, например, хочу апгрейдиться. Ну да? Кто бы не хотел апгрейдиться? А вот как это сделать? И как-то вот это вот управление немножко меня напрягает, серьезно вам говорю, потому что немножко не то делает, что я хочу. Даже не то, что немножко, а совсем не то делает, что мне надо. Так, монах у меня подбился, к сожалению, ребят. Потому что мне очень тяжело. И сам, в конце концов, я погиб. Воу, ну неужели? Купите апгрейд, мне написали. Давай посмотрим, что тут у нас можно купить. Хотелось бы какую-то, наверное, себе живучесть или... Ого! Ты посмотри, у нас здесь, ребята, новые персонажи какие-то есть. Мидбой, Эйзик. А это кто такой? Слушайте, это же герои из многих игр. Это, по-моему, боевая черепаха. Есть такая игра на Android. Так, это у нас этот мистер Осьминог. Хм. У меня, короче, 575 голды. Я могу, например... Ах, прокачать я могу. Смотрите, тут еще герои. У героев тоже есть свои способности. Ага, двойное выпадание голды. То есть это уже за 99 рублей покупаешь. И башня, смотрите, что у нас тут. Барак? Это можно купить себе барак или что? Таверня? Питомник? Друзья? Что-то я, ребят, честно говоря, не особо понимаю. Ну, во-первых, я думаю, что нам нужно улучшить нашего лучника. 100 монет, конечно, я заплачу. 250, еще бы, конечно, ребята, 3 звезды, это хорошо. А своего главного персонажа я прапать не могу, или могу? Могу только вот здесь, ребята, усилить, видимо, вот это здоровье. Это скорость, ну давай здоровье повысим. Ага, вот оно как. Все отлично, ребята, 2 звезды у меня. А новые персонажи здесь будут или нет? Могу улучшить скорость и бодиспрей. Это что такое бодиспрей, не знаю. Интеллект, так, нотки какие-то, музыкальная атака, соточка. Так, юниты, а когда... Ох, а юнитов-то здесь, нифига себе, 15 тысяч голды, чтобы открыть инженера. Также тут еще будет у нас доступен гном и робот, Штормкнайт. И также еще кого-то, видимо, мы должны тут спасти. А как вот этих вот открыть, а? Видимо, они где-то, ребята, будут открываться по игре. Может быть, мы будем осколки собирать или еще что-то в этом роде. Так, ну что, у нас 125 монет. Я, видимо, не могу. Даже октопад вот этот у нас не открыт. Октодед даже его. А я думал октопад. Ну что, давайте, наверное, попробуем, ребята. Но я сейчас еще поменяю управление. Немножечко. Так будет, я думаю, лучше. Так, утро. Morning, я так понимаю, non. Evening и night. Ух. Так, мы с вами остановились на морнинге, да? Это у нас выбор персонажа. Ну, естественно, какие есть, теми и будем играть. Других пока у нас не дано. Проверим. Наверное, многие ребята играли в эту игру. Она уже, наверное, старенькая, да? Бородатенькая, но тем не менее. Сейчас, ребятушки, я хочу поменять управление. Так, где тут у нас пауза? Вот она. Так, ну-ка, ребят, посмотрим. Да, намного, намного лучше. Погоди-ка, нам надо вызывать ребятулик. Ё-моё, я сижу тут, лясы точу. Так, призываем.
Ну что же, у нас появляется лучник и появляется монах. Но давайте бомбить, этих орков. Так, не подпускаем никого здесь. Ух, они у нас прокачаны. Теперь, как вы видите, у нас намного лучше идет атака. И вообще все прекрасно. Да, и намного приятнее вот так вот управлять, когда ты знаешь, куда твой персонаж точно идет. Чем это делать, как говорится, указателем. О, нотки, мне нужны. Приятные нотки молочного коктейля, да? Еще нотки. Соответственно, за это я буду призывать себе мага. Ну, маг, иди сюда. А тут есть у нас какое-то ограничение по юнитам? Или я могу хоть сколько их призывать? Скорее всего, есть. Потому что, смотрите, видите, у нас лучник стоит 10 ноток. А у меня уже 14. Так, давай колбасить. Мне интересно знать, что вот это такое у нас. Непонятно. Так, понятно, первый день мы с вами прошли. А как вот мне посещать, например, вот эти вот магазины? Как я могу зайти в него? Никак. Понимаешь, пока не могу зайти. Может быть, нужно пройти определенное количество монстров после этого. Или там будет какой-нибудь... Видите, внизу тут у нас... Так, нотки обязательно, нотки собираем. В общем, я могу жертвовать своими персонажами, да? Главное, чтобы мой главный герой не погиб. Вот в чем вся фишка. Если он погибает, соответственно, мы проигрываем. А если погибают у нас вот эти вот второстепенные, то мы можем с вами спокойненько заказать еще. Главное, чтобы ноток на это хватило. Так, давай, иди сюда, хламон. Они выходят откуда-то из лесу. Так, подожди-ка, этот куда у нас там... Куда собрался-то, эй, чепушила? Вот так вот валяться. Так, это у нас второй день, да? Второй день. Или вторая волна, ну, назовем это второй день. Хорошо, пускай будет так. Гоблин, отвали. И, ребят, сколько я видал по видосикам, вначале вот тут безобидно все. Маленькие вот такие вот гоблинцы. Потом будут какие-то орки, гоблины, тролли. Там будут такие монстры. Боссы тут будут эпичные, великаны там. Ну, по крайней мере, то, что я видел. Я не особо, честно говоря, люблю смотреть там чужие видосики, но... Мне попался видеоролик от самой игры в Google Play, поэтому вот так вот. Так, ну ладно, ребят, идут они все время крепче и крепче. А если я вот так вот сделаю? Это же у нас повышение атаки, ведь так ведь? Тихо, не надо своими камнями бросаться, а? Забомбили. О, тихо, внизу. Так, отдуплился, да? А, тут три дорожки, то есть внизу. Посредине, я так понимаю, на самом верху тоже, да, дорожка есть? Точно, так оно и есть. Ладно. И что мне нравится в этой игре, вот понравилось, в отличие от других Tower Defense'ов, да, что здесь я могу ходить куда захочу. То есть нет вот этой вот налаженной дорожки, по которой у нас должны ходить монстры. Мы двигаемся сами, куда нам нужно. И вот в этом прелесть. Так, вальнули. Давай этого внизу прихлопнем. Замечательно. Главное, чтобы мой барбариашка, главный, не погиб. Так, у нас подбили, ребята, мага. Нам нужно вызвать мага. Он стоит 20 магии. Немало, но он того стоит. Маг, ты где? Ты мне нужен здесь. Давай. Они хотят у нас, я так понимаю, пробить нашу, ну, не базу, а, как сказать, кристалл уничтожить, который вот у нас там стоит. Это ихняя цель. Наша цель — не подпустить их к нему. Все, расколбасили. Слушай, скоро, по ходу дела, будет босс. Или что еще похуже, не знаю, ребят. Какой-то черепок гигантский там нас будет поджидать. И, судя по всему, нужно вот эти вот штуки, наверное, все-таки юзать периодически. Также у нас есть вот эта вот супер большая, да. Это, я так понимаю, мы загоняем в стан нашего врага. То есть мы его просто-напросто оглушаем. Пока, я думаю, нет в этом надобности. Потому что легкий пока еще враг. Я думаю, потом будет намного хуже и сложнее, и сильнее. Но пока справляемся. Молния вот эта вот, видите, ребят, это, наверное, вот... Тихо ты, елки-палки. Офигеть, они камнями тут забрасываются. Ну, давай. Молодец, лучник. Хорошо бомбишь, причем далеко. Тихо, погоди-ка, там какой-то у нас буржуйчик пробежал. Да, вот именно этот буржуйчик. Давай. Аккуратненько. Тут, видите, надо еще как бы мало того, что за собой следить, но, конечно же, еще за своими напарничками, которые своим телом, грубо говоря, они меня прикрывают, но в то же время и... Опа, а это еще кто? Смотри. Ну-ка, дай-ка я попробую, ребят, вот эту сделать. Оглушим или нет?
Да, видите, мы их загоняем в стан. Маленький, конечно, промежуток, но это... Оу! Ты видел, что делает? Да хорош! Я просто не думал, что он псих такой. Так, ребят, он за мной охотится. Где мой маг? Мага не вижу. Мага убили, что ли, уже? По сути, да, получается. Так, давай кружиться. Вот этих вот малышей хотя бы бомбанем. Хорош, отвали. Где мой маг? Я не могу понять. Я же вызвал мага. Уже и лучника нету. Как же я без лучника буду? А кто его действительно... Кто его подбивает? Давай, мага, быстро. Всех. Вся толпа мне нужна здесь. Чтобы все мои бойцы были здесь. Давай, родные мои. Понятно, кто, ребята, уничтожает моих юнитов. Вот этот вот громозека, который бегает... Тихо. Который бегает и избивает всех. Судя по всему, это и есть, ребят, как бы босс. Давай, в конце концов, мага вызовем. Сложно без него тут играть, если честно. Так, он, смотри, он атакует... Кристалл! Он уничтожил кристалл мне, ребят! Ты представляешь? Ты представляешь, я не думал, что так быстро его уничтожат. Улучшить главное обновление. Фух, так, что? Что, я не хочу ничего делать? Да не хочу я это, не надо мне, зачем вы? Ладно, посмотрели. Там, короче, ребята, за любую покупку у тебя отменяется реклама. Ну что же. Лучник, это все хорошо. Давай мага, мага усилим. 500. Ну давай, хорошо, вот так вот сделаем. Слушай, интересно, если мы его по максималке раскачаем, что будет? Надо будет все это, ребята, смотреть, тестить, проверять. Блин, я до сих пор не могу пройти вот этот вот, морнинг. Выживание. Зачем я нажал, ребят, на выживание? Зачем? Я думал, что это просто так. И, видимо, зашел в режим на выживание. Это кто такие? Ага, это мои персонажи, мои герои. Ох, ничего себе там, ребята, ниндзя, смотри. Слушай, мне нравится. Офигеть, смотри. Маг-то тут наяривает. Так, время у нас идет, да? То есть, я так понимаю, здесь я должен выжить как можно больше. Босс. Босс появится через 20 там с лишним секунд, судя по всему. Иди отсюда. Но я вызывать больше никого не могу. Так, хорош тут плеваться, демоны. Опа-на, монах. Эти ребята, видимо, прокачаны, поэтому они будут здесь жестко бомбить. Это что у нас? Ух ты, тварь какая, смотри. Так, давай. Ребят, бомби по ней. Классно. Нет, она еще жива. Готово. Так, дай-ка... Оу, щет. Да что ж такое-то? Они со всех сторон, ребят, атакуют. Сейчас босс уже пойдет. Видите, красная полосочка копится. Видимо, с секунды на секунду пойдет боссяра. Так, а мы пока с вами будем атаковать. Черт, скелет своим бумерангом достал. Так, что там у нас? Нам показывают, что что-то здесь появилось. Это что я такое подобрал? Не знаю, ребят, что я там подобрал. Там показывают... О, смотри. Тихо. Вот он, ребята, вот он, босс. Давай-ка его вот так вот оглушим. Получится или нет, как думаете? Получилось. Ну, атакуйте, ребятули. Что такое, что за атака никчемная? Пошли-ка посмотрим, кто у нас тут. Во, ребята. Давай, ниндзя здесь нам поможет. Я знаю, я уверен. Кто это у нас? Мидбой. С Айзеком вместе. Хе-хей. Ядрить на корень. Слушай, ребята, еще чуть-чуть. Ага, чуть-чуть. Еще очень много. Но прикольно. Так, сколько тут всяких тварей. Ребят, сколько тварей. Кого-то там показывают, еще можем спасти. Так, монах. У нас уже два монаха. То есть, ребята, у нас количество, по ходу дела, будет неограниченное по юнитам. Вы видите, у меня два монаха, ниндзя. Ёлки-палки, как их быстро разбирают. Вот что я могу сказать. Давай поставим защиту. Защиту, я надеюсь, она хоть защищает нас. Ну, вон остался чуть-чуть, ребят. Есть. Мы его... Так, мы заработали с вами сундук. Открыть бы нам его еще успеть как-то. Да отвалите вы все от меня, ать. За серия.
Так, два ниндзи. Слушай, ну ниндзя это круто. Так, вот это, я так понимаю, ребята, как какой-то кусок мяса. Все, врубился. Он восстанавливает нам здоровье. Ёлки-палки, хорош, что так много-то вас. Так, что у нас тут? Голда, голда. Мне сразу, знаете, какая игра вспомнилась? Кто это? Что еще за демон-то? Как она называется-то? Она, короче, на ПК, ребят, там тоже ходишь против зомбарей, воюешь. Гипс! Вот, вспомнил я. Вот чем-то мне напомнило гипс сейчас. Эта игрулька. Слушай, у нас режим выживания, то есть, я так понимаю, враги будут без, как говорится, без устали пребывать, а мы тут должны, видите ли, выживать. Как хочешь, называется. Ладно, 3 минуты я уже выживаю, почти, ребят, 4. Почти 4 минуты, вот этот голем мне... Ага, вот он кто бросается этими штуками-дрюками. Понял. Так, пойдемте еще спасем, вот там, видите. Кого-то можно найти. Мага, маг это хорошо. Маг это замечательно, мне маг нравится. Вот так вот он бомбит, то есть восстановить здоровье нам показывает. Можно здесь где-то недалече. Дай кусок мяса мне. Дай мне кусок мяса, отлично. Я... Так, кого-то еще можем, что ли, освободить? Судя по всему, да. Маг, еще один маг. Слушай, ну это неплохо. А! Ребят, что-то музыка мне не нравится. Сейчас, по-моему, кто-то выйдет. Да хорош ты! Твою ж маковку, да ну! Ты смотри, еще один, ребята, один босс вышел. Оу, два босса. Ёпрсете. Офигеть. И как это, как это должен выжить? Как, скажите мне, я должен здесь выживать? Так, подожди, нотки. Нотки. Да, если бы не этот громозека, который там. Ой-ой-ой-ой-ой. Они уничтожают нас потихоньку с вами. Уничтожают. Причем безбожно. Слушай, вот это самый поганый. Ой, ой-ой-ой, куда-то я вляпался. По-моему, сейчас будет финиш здесь. Ну, да бомбите вы все. Монах потерял. Пошли, пошли, пошли спасать кого-нибудь. Попробуем выжить как можно дольше. Так, монаха подобрали. Там у нас кусок мяса. Кто у нас здесь наверху? Да отстань ты от меня. Так, секунду, секунду, секунду. Где здесь... Где я не вижу? А, вон он, где-то посередине, что ли, он стоит? Вот в этой куче, точно. Ребят, вот монах. Сам виноват, сам виноват. Сунулся куда-то не туда. Достижение новое получил. 2500 опыта. Инстинкт выживания. Quick, конечно же. Фух, ну да. Вот, ребята, вы увидели, да? Монстрики, которые у нас там были. То есть в дальнейшем они тоже будут. И можно... О, денег-то я получил солидно. Можно маленько прапать нашего монаха. Так, и тут выбор. Либо башню. Вот я не знаю, что такое барак. Вот барак, может быть, нам прокачать. Давай барак сделаем. Так, психический. Так. Не знаю, что такое. Максимальный левел дает защитников. Каких-то защитников. Что... Что за защитники? Я вижу, какая-то мышь стоит. Ладно. И, друзья. Открыть. 50% к дропу. Вот так вот даже. Таверна тут есть. Ну, я думаю, что это все неспроста. Это все нам пригодится. Тут еще, ребята, что-то escape. Это новый какой-то тоже режим escape. То есть... Сбежать куда? От кого? Ой. Вот от этой вот мрази сбежать? Хорошо, давай попробуем. А я один буду здесь? Смотрите, ребята, у меня Барт такой подбитый весь с фингалами, с синяками. То есть мы с вами бежим и собираем просто напросто монетки. У нас идет тут счетчик расстояния. Ну и очки, естественно. Так, ладно. Нельзя, я так понимаю, где-то тут замешкаться, иначе нас тут расколбасит. Надо двигаться как можно быстрее, точнее и правильнее. И все вот это вот дребудень оббегать. О, золотишко. Так. А снаряды-то, смотрите, летят
до конца экрана. Они не летят, знаете, там 5 метров, потом исчезают. Тихо, тихо, как тут? Зашибись. Здорово просто. Я прям на всех парусах бегу. Давай здесь. Я надеюсь, за эту музыку меня, ребята, не забанят, блин. Оу, ё-моё, у меня здесь даже здоровья нету. Ну, неплохо я пробежал. А сколько я заработал денег, покажет мне? Должен быть прилично, по-моему, там, да? 611 монет. Хм. Главный герой. Так, вот здоровье, ребята, нужно нам точно повысить обязательно. И скорость. Подожди-ка, или что-нибудь другое. О, музыкальная атака. Давай, 50%. Давай вот так вот сделаем. 64. Ну, вот это я понимаю. Так. Ну что, ребятулечки, наверное, будем с вами закругляться. Если вам понравилось, то лайк, пишем в комментах и сыграем тогда в следующий раз в эту игрульку. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.